Хотим вам оставить небольшое словко на эту добрую ночь. Родители выбрали для своего ученика лучшую школу и лучшего учителя. Утром дедушка повел в эту школу своего внука. Когда они зашли во двор, была большая перемена. Дети, увидев старика и внука, сказали: «Ой, какой смешной старичок, какой толстенький внук!» Дедушка взял за руку своего внука и увел оттуда. На что внук ему сказал: «Ура, я буду сидеть дома!» Дедушка ему ответил: «Не сегодня!» Он отвел его домой, оставил бабушке и пошел искать для своего внука лучшую школу и лучшего учителя. Он заходил во многие дворы, заходил во многие школы, специально ждал большую перемену, чтобы дети выходили на улицу. Когда дети выходили, они либо не замечали старика, либо смеялись над ним, либо издевались. Вскоре дедушка нашел маленький двор, зашел в этот двор, увидел маленькую школу и присел возле забора, так как очень устал. Началась большая перемена, дети выбежали во двор, увидели дедушку, подбежали к нему и сказали: «Дедушка, может вам плохо? Может нам дать водички или вызвать скорую?» После этого вышел молодой учитель. Дедушка встал, поздоровался с ним и сказал: «Наконец-то я нашел лучшую школу для моего внука». «Вы ошибаетесь, наша школа не лучшая». Но дедушка ответил: «По ученикам можно судить и школу, и лучшего учителя». А сейчас помолимся, как нас учил Ксенз Боско, в трех интенциях. Первое, как избегнуть смертного греху. Другое, как заховать учесение наше сердце. И третье, как избегнуть дрянных компаний. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешными, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Мария, вспомога христианам, молись за нас. Святый Рог, молись за нас. Святый Андрей Боболя, молись за нас.